Но кто такой? По сути, бомж. Он доходяга, без квартиры, в отличие слащавых рож, подвал кусты, его сортиры, помойка корчая его, и жизнь его почти на свалках, его беда, нет ничего, отходы жрать в обмотках, тряпках, бывает деньги, где найдет, подаст на милостину кто-то. Судьба бездомного как гнет, сломила от вина в два счета. Но кто такой, по сути, бомж? В беду он в эту сам созволил, он все пропил за медный грош. Свою судьбу он сам устроил, я их бы так не замечал и мимо проходил, не глядя, но мне их очень просто жаль. Неважно, тетя или дядя, дети сиротские, приют, слилось с бомжами все в едино, их там накормят, спать дадут, а бомж живет в противном мире. Но кто такой, по сути, бомж, без социального достатка, всю правду погубила ложь, им сложно жить довольно сладко. Судьба бомжа такая грязь, злосчастного над ним коварство, от них и церковь отреклась, их не жалеет государство.